Пляжи Могилёва цалкам падрыхтаваныя да летняга сезону, упэўнены спецыялісты Магілёўскага зональнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі. Яны вядуць назіранне за якасцю вады ў месцах афіцыйна дазволенага адпачынку на вадзе. Па іх інфармацыі, самая чыстая вада зараз на Пячэрскім возеры, а вось на Святым яна не адпавядае нарматывам па кішэчнай палачцы. Ситуация с якостью воды на Святым озере протягивает заставаться напруженной. Разрастается колькость чаек, водорости так само не поляпшают стан водоему. Это все сприяет разрастанию патогенной микрофлоры. С забруджванием не справляется система самоочищения водоема. На протягу 2 годов санитарные службы не рекомендуют купаться на Святым. Надзирать за якостью воды будут на протягу всего купального сезона. Приостановлено купание, но не запрещено. То есть, конечно, наказывать и ходить патрулировать, потому что патогенной микрофлоры нет. Никто не будет наказывать за это. Но нельзя сказать однозначно, что это не может повлиять отрицательно на здоровье ребенка того же, ослабленного человека. Потому что кишечной палочки очень много. Пакуль не самые лепшие показчики якости воды и на Днепры. Гэта звязано у тым ліку и со стёком вод после дождёв. А вось вода на Пячэрскім водосховище цалком отповядая норме. Але температура водоемов пакуль не подыходит для купания. О готовности пляжа обязательно подписывается паспорт готовности. Обязательным членом комиссии является представитель освода. То есть по заявке Могилёв-Зеленстроя производится обследование дна, очистка дна. И вот тогда они дают заключение, что да, это не опасно. 3 официальные прибережные зоны отпочинку на Пячэрскім и Святым озерах, а так само городский пляж на Днепры, забеспечены усім необходимым. Проведено добраупорядкование. По информации вартовальников, у зонах купания тут обследовано и почищено дно. Произведена покраска малых архитектурных форм, установлено 207 лежаков, более 100 урн и контейнеров для мусора. В этом году мы позаботились о стихийных пляжах. Установлено лежаков 16 штук на Фатина и 10 на Бродах. Специалисты закликают быть особливо уважливыми при наведывании неофициальных мест купания, бо там не почищено дно и нема выртовальников. А детей и подлетков увогуле нельга покидать без нагляду, коли тыя находятся побач с водой. Татьяна Дмитриева, Виталь Алексеенко, Новини регион.